из кефира. Из кефира. И поможет нам в этом... Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Чербаев, шеф-повар. Павел, что за блюдо? Блюдо называется райтер. Это индийское же блюдо, да? Да, все верно. Очень люблю. Нам понадобится кефир, огурцы, мята, лимон, чеснок и соль. Лаконично. Я буду шинковать огурцы, вы будете шинковать чеснок, а вы будете шинковать мяту. Прекрасно. И теперь нам осталось наши продукты соединить, залить кефиром, посолить и сбрызнуть лимоном. Райта на кефире для снятия стресса. Нарежьте огурцы, мяту и чеснок. Соедините с кефиром, посолите, сбрызните лимоном по вкусу. Райта готова. Может, попробуем? Да. Так. Спасибо. Так вкусно. Ой, барышка. Это очень вкусно, ребят. И самое главное, что от стресса прекрасно помогает такое блюдо. Молочно-кислые бактерии, сейчас доказано, они стимулируют выработку гамма-аминомасляной кислоты бактериями в кишечнике. Это такое вещество, которое вызывает в мозге такое ощущение спокойствия, непоколебимости. Вот когда вообще ничего не тревожит. А сейчас установлено, что действительно из кишечника по волокнам блуждающего нерва могут эти вещества подать в головной мозг. Так что если вы в стрессе, ешьте райту. Сереж, но придется опять остановиться и выводить формулу еды. Всего лишь один стакан кефира в день улучшит состояние кишечника, поднимет иммунитет и сделает нервную систему крепкой. Павел, спасибо за рецепт. Пожалуйста. Bon appétit. Salut.